Всем привет! Сейчас у нас в проекте Ferrari F12 Berlinetto от канала Upwheels, который попросил ее отреставрировать, полностью поменять краску, нанести декали, поменять колечки. Ну что, начнем? Начнем реставрацию. Колбашинка содержит металлический корпус, пластиковое стекло, салон пластик, пластиковое дно и колеса. Сейчас мы приступим к снятию самого лака. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Подготовил декали, вырезал их, все детальки до машинки. После покрасочки мы нанесем декали, а потом мы покроем все это лаком для красоты и чтобы для блеска. Ну что, начнем. Также не забываем подписаться на канал, ставить лайки, колокольчики. We'll be right back.
что, закончили покраску. Начинаем потихоньку собирать машинку. Здесь мы сделали немножечко покрасить диски. Не стали мы какие-то новые вставлять сюда. Решили оставить оригинальный, который изначально был производителем. Стекло было немножко чуть-чуть матовое. Прошелся полироль, хорошенько прошелся фериком. Как бы грязь поснимал. Ну, более-менее нормально. Не стал очень сильно углубляться в плане с наждачки, потому что неизвестно, как поведет сам материал. В целом ничего не изменилось. Ну, самое культовое это изменение самой машинки. Полностью покрасили заново кузов. Нанесли декали спереди фары. Сзади фары сделали прирез декали. Ну что, начнем собирать. А пока собираю, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии. Всегда очень интересно почитать, что вы пишете, потому что каждый свое мнение. Выглядит сборе. Я, в принципе, вам скажу, что хорошо. Немножко приблизим.